Сейчас все, наверное, думают, наша Ирина пошла в спа, отдохнула, массаж сделали ей. Чуть... В обморок не упала. Но ведь... Ничего этого не было, они решили сегодня, как назло, спа закрыть в 5:30. Я в 5 зашла в спа, они говорят, за 30 минут вы что, собираетесь отдыхать? Очень расстроилась, зря про спа даже думала. Но ничего, идем суши пробовать в сельском ресторане. Здесь почти никаких это японских суши-ресторанов нету, один нашли. Ревью очень разные, то хорошие, то ужасные. Сейчас мы пойдем и наше ревью им покажем. Пошли, очень близко к отелю. 10-15 минут или 10-20 минут? 10 с чем-то минут. Ключи взял. Проверяет, иногда забывает. Куда я без тебя? Этот номер, кстати, в старой части отеля. То есть это раньше было один казино. Одно казино. Казино какого рода? Среднего, конечно. В общем, это старый билдинг. Строение. А потом они построили новое. Сейчас мы в старом. Все здесь старое. Только мы не старые. И мы постареем. Муж говорит, никому не интересно, старый билдинг или не старый. Кому это интересно? Да, никому не интересно. Но информацию надо передать. Если хотите взять отель в Чумаш-казино, make sure, осведомьтесь. Попросить, чтобы вам дали комнату в новом строении, building. Строение. Никого нету, так малолюдно в этот раз. Хотя мы всегда в середине недели приходили и многолюдно было. Концерты бывали, иногда даже трафик. На приходе. В общем, мы не отдохнули, окей? Пока не отдохнули. Окей, когда машину увидишь, глазом моргни. Я перестану разговаривать. Пришли в комнату, немножко полежала, подумала о будущем. Муж пошел играть. Опять без джекпота вернулся домой. Домой. Это уже наш дом. 2 дня прожили, уже наш дом. Я так быстро связываюсь с местами. Наша лошадка прибыла. Надеюсь, двери открыты. Я бегу арам. Очень холодно. Я всегда порядочно прогноз погоды всем передаю. Передай мне камеру. Даже машину не разогрели, арам. Бессовестные, как холодно. Это я так мерзну. Спасибо, мой спаситель. Ты голоден, арам? Очень. Этот мужчина всегда голодный. Утром яичница, днем яичница.
Доехали. Никого нету в ресторане. То есть только 2-3 человека. Это значит, это не знаю, к добру или не к добру. Сейчас узнаем. Не волнуйтесь. Если что-то не то, а рядом есть Farm Fresh Dining. То есть Farm Fresh Dining. Фарм — это ферма у них. Не только ферма, то есть и огородные, что-то из огорода прямо на стол. Заходим. Hello. Hello. Yes. Sushi bar, table. Table, please. Over there. Yeah, that's fine. Special? Very special. Very special. Смотрим меню. Картинки очень красивые, очень аппетитные, думаю. Арамсаки тоже нужно попросить. Хат саки, горячий саки. Yeah, shooting a movie. It's a vlog. Oh, vlog. I'm a YouTuber, yeah. What's your YouTube channel? Они очень сильно заинтересовались. Кажется, у них никто с камерой не был. Спрашивают, зачем снимаете, про что снимаете. Ну, я села и стала рассказывать про свою жизнь. Значит, они карт попросили, чтобы посмотреть на себя через несколько дней на Ютубе на русском языке, ничего не понять. Ну и что, главное, что их суши и ресторан будет на Ютубе. Ютуб здесь почти как ТВ. Уже как-то очень многие, очень такие важные события спонсорят by Ютуб. Через некоторое время будет big deal, что Ютуб что-то снимается, чтобы выкладывать на Ютуб. Сейчас не для всех это очень. То есть в Армении, думаю, или в разных других странах, Ютуб — это какой-то второсортный social media сайт. Но здесь мало-помалу поднимается репутация Ютуб как сайт, как явление вообще. И про Ютуб рассказала. Надо меню смотреть. Арам, роллы выглядят очень красиво. Okay, I wanna try this gyoza with shrimp. And then edamame. What was it? Seaweed salad? I can go ahead with the rolls too. This red dragon roll. If anything has cream cheese, you just tell me. We don't like anything with cream cheese. Парень так обрадовался. Карту взял, говорит, через несколько дней. Ждите, не дождетесь. Вы будете на весь YouTube, но на русском языке. Это я для тебя стараюсь. О, илсос нужно попросить. Наш оператор суши ест исключительно сил-соус. Не знаю, как по-русски ил-соус. Какая у шеф-повара бандана? Крутая. Да? Или клевая? В общем, такая. Ну что заказал? О, ойстерс тоже хотела заказать. Ну тоже. Thank you. Can we also have large hot sake, please? Large hot sake? And oysters. Can you add oysters to my order? Half, yes. Half shells and six of them, right? Yeah, there's six of them. Perfect, thank you. Это seaweed салат из водорослей. О, cucumber салат, я подумала, салат из огурцов, думала, свежие. Это выглядит как маринованные. Интересный вид.
Ален, все это ты можешь пробовать. Какой холодный, зубы захолодились. И вкусный, очень вкусный. Anywhere. Thank you. Thank you so much. Японцы самые милые люди на земле, окей? Всегда улыбаются, всегда такие доброжелательные. Как все мои подписчики этого канала. Добрые, доброжелательные. Это гёза называется внутри. Лавана, окей. Put this here. Thank you. Thank you. Для мамы большое количество айрон в этом горохе. Не знаю, для мамы как будет по-русски? Горох? Так быстро все приносит, не успеваю дегустацию организовать. Хатсаки тоже любим. Всегда с суши берем хатсаки. Это горох такой красивый. Это очень горячий. Это с креветками. Окей. Thank you. Хороший, обычный такой, не самый. Очень хрустящий. Thank you. Can you bring some eel sauce, please? Thank you. Это не знаю, Санша, не знаю даже какие роллы заказала. Главное попросила, если в чем-то сливочный сыр, cream cheese, Филадельфия, некоторые говорят, мы не любим суши с Филадельфией. То есть все они принесли на вкус, но без этого, но без Филадельфии. Thank you so much. Это для тебя. Thank you. Thank you. Такой пир получился у нас Арам. Даже неудобно. Это еще горячий, очень горячий. Но так вкусно. Так дополняет. Это еще как антибактериальный. Нужно сушить что? Или васаби, или что-нибудь. О, окей. Я. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Окей, Арамджан, я даже не знала, что места не будет на нашем столе. Он так профессионально кушает этот суши. Смотрите, раз, два, глотаем. Жуем. Хороший? Вкусный? Свежий. Все, если ему понравилось, если он сказал свежий, значит, он что-то знает. Oysters, okay. Thank you. Anyway. Perfect. Thank you. Thank you so much. So fish. Yeah. Okay. You can take this. Thank you. А сейчас я никак не определюсь. Seaweed salad, честно говоря, не самый. Нормальный.
огурцы очень вкусные. Этот салат из огурцов. Такой сладко-кислый и очень холодный. Алям, что это? О, это Monkey Brain называется. Мозг обезьяны. Мозг обезьяны. Это машрум, жареный с чем-то. Машрум, грибы, да, жареные грибы. Пробуем и волнуемся. Она очень вкусна. Очень вкусно. Этот эдамаме такой неудобный, чтобы кушать, но очень вкусный. Это actually обязательно нужно хотя бы иногда кушать. Но мужу мне нравится. Может, в этот раз понравится? Не хочет мучиться. Это, наверное, не доем, потому что там разные вкусности есть. Остерс хочу попробовать. Остерс, если не свежие, их нельзя кушать. Надеюсь, они свежие. Главное, очень симпатичные. Окей. Неплохой. Что-то отсутствует. Наверное, сок лимона побольше нужно положить. Остерс, острицы, по-моему. Это вот так вот глотаем. Ready, steady, go. О, с лимоном much better. Арам, хочешь попробовать? Улыбается тихо. Интересно, что у них нету отдельных тарелок. Обычно отдельную тарелку дают и угощаешься. Нету, да? Из общего блюда всегда надо брать. Это sunshine roll, сказали. Там тюна, лосось свежая, а внутри авокадо и краб мид с рисом и с нори. И жареный, там темпура. Проверяем вкус. Вкусно. Я все с джинджером ем. Маринад. Имбирь. Вкусно, нам понравится. Эти микрогринс тоже ем. Попробуй. За нас, за вас. За всех хороших людей. Первый тост. Пошел. Теперь все на месте. Арам, тебе этот понравился, да? Red Dragon Roll. Что там? Авокадо, краб мид. Здесь там. Тюна свежая. Огурцы тоже там есть хрустящие. Вкусные. Да, все огурцы хрустящие, вы правы. Вкусные. Поменьше откроешь, не влезет. Вкусные. Чарам. Вкус такой богатый. Очень. Главный дегустатор сказал очень. Это хороший знак.
это не пробовали. Что там? Ты это пробовал с tempura shrimp? Да. Мне тут очень понравился, Алан. Это понравился мне очень. Угу. Вкусно. Это yellowtail. Не знаю, как по-русски будет yellowtail. Свежий yellowtail. Крабмит, авокадо. Очень похожие роллы взяли, оказывается. С майо, сирача майо. Острый майонез. Сирача. Очень вкусно. И темпура креветка. Тоже это хрустяще, очень люблю. Спайси. Это мама очень хорошо приготовленный. Такой в меру. Cooked в меру. Остров тоже. Неплохие были. Такие красивые существа, да, эти острицы. Пошёл. Если они не холодные, их уже кушать вообще невозможно. Их обычно должны подавать на айс. На льду. Чтобы никто не обиделся. Ну, немножко они в room temperature пришли, уже невозможно кушать. Этот последний еле глотнула. Еще один тост хочешь? Мы всегда какой-нибудь тост говорим, потом пьем. Обычно муж говорит за тебя и пьем. У него все тосты про меня. Мои тосты за вас, за тебя, за всех. Для всех добрых, хороших. Пусть будет мир на земле, и пусть будут все любимы и сыты. Пока это. О, и здоровы, конечно. Здоровы, про здоровье молчу. Ты весь мозг съел, Арам? Все мозги. Все мозги съел. Очень к месту. Все мозги съел. Тебе этот больше понравился, да? Red Dragon. Это не знаю, как назывался, но мне этот понравился. Как раз это с хвостиком я съем. Мне это тоже понравилось. Кислый. Сегодня для мужа очень хороший день. Он наконец-то наелся, объелся, обжора. Свой любимый суши. Давно суши не угощали тебя. И говорит, очень вкусно было. Мне этот эдамаме очень понравился, но очень острый суши был. Он сейчас потеет. Мучается. Да, вкусный был. Салаты не очень. Этот сивид мне очень понравился. Кюкамбр тоже хороший, кюкамбр салат. Ойстер в конце не то. Вкус ойстерс. Теплых. В основном довольны.
что-то сладкого захотелось сразу после такого соленого, кислого, острого. Все съели, довольные. Последний стакан выпиваем и убегаем. Официант подошел, говорит, а десерт не хотите? У них на десерт только мороженое, мочи и темпура чизкейк. Не захотели как-то темпура или мочи. Мне холодно, я ледяную воду пью и замерзаю. А нам этот парень спрашивает. Thank you so much. Нам конфеты подарили, а чек $104 с чем-то копеек. Конечный результат. А этот парень говорит, вы какие блюда готовите? Уже посмотрели канал, приблизительно хотели узнать, кто у них обедает или ужинает. Говорю, всякое готовлю. Говорит, у меня бабушка полурусская. С одной стороны русская, говорит, она такой борщ готовит. Сразу почувствовала, что парень сейчас голодный. Говорю, слушай, поешь, пока пойдешь домой, борщ съешь от бабушки. В общем, иногда вкуснее борща ничего нету, честно говоря. Даже суши. Арам, у меня жакет был? Или я так мерзла всю дорогу. Все, очень довольны. Едем. Куда едем? За сладким или... У меня в гостинице клубника есть, вино есть, малина есть. Сейчас что здесь есть? Все закрыто. Здесь в 9 часов все закрывается. Это как будто спокойной ночи, малыши, город. Город или поселок. Ну и пусть замерзну от ледяной воды, но очень после суши прямо засыхаю совсем, как из пустыни вышла. Говорит, ютубер? Да, давай, заяц, заяц. А помнишь? Ну погоди, заяц, заяц. Точно? Ну заяц, заяц. Окей. Кролик мой, пошли. Я открою, не беспокойся.